Хотите быть богатым? Нет, да. Хотите быть богатым? Боже, сохрани. Конец. Хотелось бы просто вот простой нормальной жизни. Простой нормальной человеческой жизни. Да и лордам, наверное, тоже тяжело. Под шутами тебя. Ты чувствуешь сама перед спектаклем? Ой, жутко волнуюсь. Почему? Даже говорить не могу. Я-то? Нет, в прошлом году переволновался. Ты волнуешься? Да, очень. Год где-то назад мне нужно было сказать в открытый зал несколько фраз, я их из себя еле выдавил. Сейчас будет, чтобы повторялось еще раз такое же. Ну, я вообще не очень волнуюсь, потому что это не первый мой спектакль. Ты что чувствуешь перед спектаклем? Мне просто очень хочется, чтобы у них все было нормально, чтобы они не сорвались, не перенервничали, потому что в прошлом году у нас девочка чуть сознание не потеряла. Хотели бы быть английской королевой? Нет. А мечтали когда-нибудь Джульеттой? А нет, не мечтала. Почему? А что выше, искусство или любовь, или деньги? Жизнь, чтобы была достаточно жизнь. Чтобы самое главное было есть, что поесть. Чтобы было семью, чем накормить. А все остальное ерунда, да? Все остальное ерунда. Было все достаточно, чтобы так жили, все-таки, не как сейчас нищие. В данное время нищенски живем. Подходим, бегаем, в магазинах ничего нет. Ну, это что, что за жизнь? Какая королева? Еще о королеве думать, господи. Заложено очень много. Вот по школе ходят все ребята, они как будто бы все одинаковые. И девочки, и мальчики. А когда они приходят в театр и становятся Ромеоми, становятся Джульеттами, Тибальтами, Оливиями, Арабеллами, капитанами Бладом становятся, они совершенно преображаются, они делаются настолько красивыми, настолько изумительными, их не узнаешь. Даже учителя иногда какие-то снисхождения делают тем ученикам, которые баловались, потому что они сыграли настолько хорошо, настолько прекрасно, настолько красиво и милы. Некоторые такие зажатые, не верящие в себя. А затем они раскрываются и... В общем, это убедило меня. Давно я знала. А ребята все у нас красивые, они все талантливые. Надо только докопаться до этого. Now, let me die, for I have lived long. And at last, this blessed hour has come. True. My lady. Вы верите в любовь? Нет. Почему нет? Не знаю, так и так. А сколько же тебе лет? Много. Уже много? Нормально, шутаю. А ты хочешь быть Джульеттой когда-нибудь? Мечтала, чтобы Нет. у тебя был? И не хотела, чтобы у тебя был твой Ромео? Нет. А что ты хочешь от жизни?
Dear saint, let lips do what hands do. Don't turn me to despair. Saints, do not move. Thou grant for prayer's sake. Move not. While my prayer's effect, I take. Так вы когда-нибудь были Ромео и Джульеттой? Ну, наверное, были 15 лет. И все? Да, пожалуй. А о любви мечтали? Была у вас любовь? Любовь была, но скоро кончилась. Сталин расстрелял всю любовь. В 41-м году еще до войны. Вот так. Рома Липс поет, а свинь испечет. Then have my lips received that they have to. Сын Рома Липс, а вот раз посветляешь. Give me my synergy. Театру давно предрекали смерть со времен создания телевидения. А он живет, и я думаю, что будет жить всегда. И потому что он театр, сюда ходят, и 20 лет ходить будут, и ходят те, которые были. Я думаю, будут ходить те, которые вот сейчас выйдут. Они сейчас заканчивают школу, все, по-моему, заканчивают? Нет, не все. Ну, большинство, по крайней мере. И поэтому это они будут появляться здесь всегда, пока он будет существовать. Скажите, что вы сейчас ощущаете, когда все закончилось? Ну, какую-то бесконечную радость, веселье. Вообще, у меня такое возбуждение, я так рада. Ну, что вы все-таки добились чего-то? Я вообще, просто у меня сейчас нет и слов. Да год страданий, если вылилось все около 2 часов. Просто счастье. Я просто счастлив сейчас. В жизни счастье есть? Нет. И не бывает, и не будет. А красота спасет мир? Все. Красота спасет мир? Конечно.